Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Și ordinul numărul 1 din 10 octombrie 97 a Departamentul Protecției Civile. Astăzi la noi se petrece în primăria Chircăiești aplicații cu formațiunile militare în prevența unor probleme care sunt puse în baza protecției civile pe seama formațiunilor militare și comisii excepționale. Vreau să știți, în corespundere cu directivele aprobate, mai sus, vreau că în fiecare an primăriile, comisii excepționale, trebuie să facă aplicații, dacă nu sunt plănuite aplicații, vreau zic că antrenament, nu mai puțin de o treime din numărul total de aceste organizații. Съответствие с законом обучение гражданской защиты носит обязательный характер, и обучение проводится как руководящего состава примарии в определенных группах, так и руководителей, командиров. Где с вами? Шлёмой. Thank you.
Возвращается в строй, он докладывает примару, примар приветствует свои, свои формирования, я попрошу. Дом примар. Свои формирования обходит. Контрол публики. Контрол. This is Chimay Bravi, Chimay Antrenats, care, да. Și ce aveți dumneavoastră la... Смогла прийти на помощь пострадавшему населению. Когда это единичный случай, а когда это будет массовое, нужно надеяться только вот на эти, на свои силы, которые будут у вас созданы, и они должны быть созданы в примариях, обучены, подготовлены. Техника, которая есть у вас, должна быть исправна. Всем хубумба я товарищ. Да, колобков. Заменят многих нас с вами. Что это Алексей? У меня помпиеры и гады. Гады, да? У нас это типа де полтора, да? Да. Ну как? Еще где вы техника респектируете? А, трактору. Трактору, что можно я кроме партии. Thank you.
civile a primăriei respective.